Потеряться в раздумьях, словно в ночном лесу, и на миг оцепенеть от страха, заставляет премьерная постановка в Полесском драмтеатре. Мистическая комедия «Трое на качелях» по пьесе итальянского драматурга Луиджи Лунари. В режиссуре Анастасии Юрисовой. Захватывающий сюжет под стать голливудским триллером. Театралы согласятся, преимущество такого искусства в неподдельных эмоциях. Послушайте, а не могли бы вы напомнить адресочек? Площадь Кармине, дом номер 2. Площадь Кармине, дом номер 2, и никаких выписок. Три адреса, три незнакомца, три запутанные судьбы. Символику цифр дополняют трое дверей, причем выхода нет ни из помещения, ни из ситуации. Маленькую историю больших идей и глубоких смыслов впервые пинской публике представляет молодой режиссер Анастасия Юрисова. На сцене Полесского драматического итальянская мистическая комедия по мотивам пьесы Луиджи Лунари «Трое на качелях». Спектакль «Потрясение» – комедия-парадокс с экзистенциальным подтекстом. Я ведь раньше отвечал за установку таймеров на минус часовым механизмом. А в таком нелегком деле одна ошибка и бам! А вы должны быть сеньор Ансельми, если я не ошибаюсь. Ошиблись. Как? Вы уверены? Потому что у меня здесь встреча с сеньором Ансельми. Повторяю, я не названный вами сеньор. Вы уверены в том, что не ошибаетесь в адресах, и я уверен в том, что знаю, кто я такой. Что меня зацепило, это интрига в первую очередь. В первую очередь то, что там до конца непонятно, что же, чем же это все закончится. Это философские такие труды, поднимается смысл жизни, выбор человека, судьба человека. Вот я очень хочу поблагодарить директора нашего Александра Николаевича Лукашенко за то, что он помог, подбадривал, поддерживал меня в течение всего постановочного процесса. И, конечно же, я хочу поблагодарить всю постановочную труппу театра, потому что без них бы ничего бы не вышло. Странное, загадочное и непредсказуемое произведение широко известно за пределами Апеннинского полуострова, переведено на 21 язык мира. На пинской сцене в образе слегка неуравновешенного промышленника выступает Павел Рыжов, пишущего детективы профессора Сергей Волков, бесхитростного капитана Андрея Дмитриченко. Сознание каждого героя, попав в ловушку, колышется, словно качели. Премьерный спектакль в Полесском драмтеатре можно увидеть 16, 18 и 21 апреля. Начало показа в 18 часов.